Губернаторский проект «Инициативное бюджетирование» вам решать хорошо знаком с Саровчаном. Благодаря ему в прошлом году в молодежном центре появилась спортивная площадка. В нескольких дворах Сарова установили новые спортивные игровые площадки, устроили освещение. А в этом году инициативные группы вновь выдвинули свои предложения на конкурс. Из 20 предложенных проектов 8 победили в онлайн-голосовании. Один проект, тот, который уже был в прошлом году, устройство уширения проезда и ремонт проезда по улице Семашко, 10. Благоустройство дворовой территории Ленина, Пионерская, уголок. Вот, там будет водоотвод сделан, проблемный вопрос старый. И устройство хозяйственных площадок, площадок для отдыха в дворе. А, улица Юности, 5/3 и 5/4, ремонт, благоустройство дворовой территории, замена малых форм и устройство покрытий. Такие же работы будут проводить и на Северном переулке рядом с домом номер 3. На Казамазова, 9 сделают наружное освещение и пандус на лестнице во дворе. Также победили 3 проекта от учреждений. Теперь на территории молодежного центра появится летний кинотеатр под открытым небом. Рядом с клубом здоровья площадка для исторической реконструкции, а на Икаре отремонтируют скейт-площадку. Общая сумма вот по этим проектам 26,5 миллионов рублей. Самый дорогостоящий проект – это по Северному, там 5 миллионов. И у молодежного центра тоже дорогой проект, потому что там оборудование, шатер, ну, в общем, уличный кинотеатр. В том числе из-за высокой стоимости проекты, которые не прошли конкурсный отбор, реализовать своими силами будет сложно. На благоустройство каждого округа выделяют в год только 500 тысяч. Сделать работы, которые стоят значительно дороже, за счет только одного местного бюджета сложно. Проекты, которые не прошли конкурсный отбор в этом году, можно заявить на участие в программе «Вам решать» в следующем. Призываем вас на будущее активно участвовать в онлайн-голосовании. Это основной критерий, который дает возможность сделать наш город лучше, благоустроенней, нарядней и удобнее. В ближайшее время пройдет конкурс, определят подрядчиков и заключат с ними муниципальные контракты. Сделать все проекты победители планируют до конца октября. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.